Александр Чайка родился и вырос на Кубани, а земля там плодородная. Садовод-огородник со стажем к дачным делам приступил еще в феврале. Это самое время для посадки перца и баклажана. Как подготовить семена и правильно ухаживать за растениями, чтобы получить хороший урожай, узнали мои коллеги. Год урожая 2017, только в 2019 запаковали, в 2021 только выставили в магазины. Знаете, сколько проходит время? Если семена хранятся в слишком теплом или сухом помещении или лежат уже несколько лет, они теряют влагу, а значит, медленнее всходят. Проращивать перед посадкой их не обязательно, а делают это для того, чтобы вовремя получить рассаду. Поливают перекисью водорода. И тогда оболочка чуть-чуть разрушается. Но я делаю кипяточком, пока вот с крана терпит рука, все проливаю. Ничего не замачиваю, сразу в землю посадил, сантиметр. Почему нужно немножко глубже сажать? Чтобы пока он будет выходить, земля сдвинула вот эти роговицы. И они всходят быстрее на неделю, чем положено. Баклажан и перец – овощи капризные. Им нельзя повреждать корни, они требовательны к питанию, свету, теплу и поливу. Но главный их враг – паутинный клещ. Нападет на заднюю стенку. Как узнать? Вот здесь будут такие белесые штучки по главной жилке. Это значит, у вас он заболел клещиком. Если вы пропустите неделю туда-сюда, уничтожит все. Я всегда фитоверм беру. Это вытяжка из ромашки аптечной. Он через 3 часа перестает действовать. Плоды уже можно на следующий день кушать. Пройдет 60-70 дней после всходов, и рассаду можно высаживать под пленочные укрытия. На 1 квадратный метр 5-6 растений. Поскольку в Московской области не везде черноземная почва, важно помнить об удобрениях и подкормках. Растворяю. Если не успел растворить, то в сухую рассыпаю спичечный коробок на квадратный метр нитроамофосочки. Под корень ее нельзя вносить прямо рядом с кругом ствола. Она обожжет молодые корешки. А вот так вот в радиусе 20 сантиметров от этого, между рядами, можно. Вот. И на зиму суперфосфат наношу. В нашем регионе дождаться плодоношения баклажанов в домашних условиях практически невозможно. Все проще с перцем. Если в ближайшие дни вы решите попробовать вырастить его на балконе, а рассады под рукой нет, купите спелый плод в магазине. Выколупываем с него семена. Сажаем. Он вообще всходит прям за неделю. Вот магазинный. Только этот будет у вас сходить 2 недели, потому что он в 2018 году сбор урожая произошел, а сейчас 22-й. Они будут высокорослые, вам придется также до развилки вот это все удалить. Вот развилка уже пошла. Когда появится первая зависть, ее нужно удалить, поскольку она будет тормозить рост растения, и плодов будет меньше. А наша главная цель – получить хороший урожай. И чем больше этих плодовых веточек у вас нарастится, тем больше будет плодов. Но больше 5 килограмм с куста вы не получите никогда. У нас слишком короткое лето. Чтобы растение выросло и перешло в стадию плодоношения, должно пройти как минимум 3 месяца. Поэтому жители Подмосковья преимущественно используют ранние и низкорослые сорта перца и баклажана. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.